Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы рады вас опять приветствовать в нашей школе, школе CNC-профи, курсов подготовки профессионалов ПЧПУ. Меня зовут Валерий, преподаватель школы CNC-профи, и мы продолжаем серию уроков для вашего обучения в программе ArtCAM. И тема нашего занятия, как вы видите на своих мониторах, это поручни перила для лестничных маршей. Целью данного занятия ставится научить вас правильно рисовать вектор, правильно применять эффекты в ArtCAM, такие как вытягивание по двум направляющим и выдавливание, и плюс отправлять сами модели для написания управляющих программ. Итак, начинаем наше занятие. Давайте прежде всего рассмотрим, какие в природе вообще существуют поручни и перила для лестничных маршей. На своих мониторах вы сейчас видите обыкновенные перила, выполненные, закрученные, загнутые, балясины. Вот еще элемент перил. Обыкновенный, простой, удобный. Вот еще вот такого плана элемент. Такие вот красивые элементы перил. Вот завиток обыкновенный, здесь обыкновенный тоже завиток. Здесь обратите внимание, насколько грамотно завершен лестничный марш вот таким вот красивым вот завитком. И на сегодняшнем занятии я постараюсь вам рассказать, как правильно создается сечение. Сейчас мы с вами рассмотрим это сечение. Как правильно рисуется вектор и как правильно рисуется рельеф для вырезания его на ЧПУ. Чтобы создать такой красивый завиток и такие красивые перила, нам необходимы чертежи. Давайте с вами рассмотрим чертеж. Какие же бывают в природе вообще сечения перил? Мы сейчас вот видим на наших мониторах разные конфигурации. Видите, вытянутые, плоские, какие-то круглые. Давайте посмотрим дальше, что у нас есть. Вот такого вот плана перила. Это тоже все правильные перила с правильным креплением и с правильным расположением. Вот такие вот сечения бывают. Вот перил. Вот такие мы сегодня с вами рассмотрим на наших занятиях. Постараемся нарисовать что-то подобное. И давайте перейдем непосредственно к чертежам. Данный чертеж мы с вами будем сегодня использовать на нашем занятии.